Всем привет! Сегодня у нас будет битва гильдии на Китайке. Интересная рубрика. Интересно смотреть на мои сливы Минотавра. Сегодня мы качнем нашего Миноса. Кстати, сам недавно заметил. Посмотрите, сколько дают прибавки руны пятого гнева. По-моему, как Берса, может даже больше. Почти 4000. Плюс еще шанс крита и плюс точность. То есть он миссовать не будет. Реально топовые руны для Минотавра. Честно говоря, сам охренел. Так, ну что, поехали. Будем делать эволюцию нашему Миносу. И нагибать топов на китайке. Так, Нубис. Тековка. Минус. Давайте просто ради интереса посмотрим, как он сейчас снесет это все. 100% бьет. Так, хорошо. Переводим его на 10-ю звезду. 1711. Немало самиков тратится, конечно, на это. Все, мы его перевели. Ну, с почином, ребятушки. Так, сейчас я еще разок проверю. Да, сливаем. Сливаем вот такого вот. Так. Эволюция. За карту. Окей. Вот у нас первая эволюция на аккаунте. Первая эво. Так, нам тут можно теперь... Так. Мы теперь можем пооткрывать артефакты. Так, что он у нас просит? А, просит построить сталу. Побежали опять фармить. В этот раз уже ману. Да, 1700 самов. Тоже немало, я вам скажу, за эволюцию просит. Ну, у нас не прокачанные хранилище. Так, Минотавр. Тыковку сюда. А я думаю, что он-то он так мало ударил. Он у нас же без эволюции. Точнее, эволюция. Мелкий еще совсем. Так, есть. Давайте немножко его книжечками подкачаем. Так, нам не хватает теперь значков почета. Надо немножко на... накидать. 1600 где-то так. Так, значки у нас есть. Так, нам надо на сталу накопить. Сейчас откроем сталу и сможем его еще подкачать. You gotta know I'm all yours. But when I say, what's that about?
Так, ну давайте откроем артефакты. С этих артефактов нам сейчас нужнее всего, это, конечно же, топорик. Вот мы его открыли, ставим сразу сюда Минотавра. 3000, 6000, 10 и 15. Все, у нас один уже вкачанный на максималку. Сейчас у нас будет, думаю, он хорошо рубить. Сделаем сейчас ему еще агментацию. Так, есть. Как у нас сила выросла. Неплохо, неплохо. Так. Шестьсот двенадцать самов плюс три бесплатно. Так, ну что, поехали делать аугментацию. Так, улучшить. Нам сразу, как видите, дали 5 миллионов. Надо прокачать до 20 уровня. Все. Теперь у нас максималка. Используем 10 камней. Один, у нас уже 9 камней аугментации. Супер. Все. Побежали. Вот и первая аугментация. Сразу же Минотавра. Так, смотрим. Ну, конечно, интересно, но мы сейчас что-то интереснее выловим для него. Конечно, не особо хочу тратить коробки, потому что надо побольше. Ну, 4-5. Надо побольше открыть героев, тогда для них это все ставить. Неплохо. Давайте кинем коробочку еще раз. Хранитель леса. Это пока мы оставим. Так, есть. Смотрим нашего миносика. Кого мы ему поставим такого жесткого? Так, давайте еще сразу же ему наролим немножко на урон. Сильно трешовать не будем. Так, плюс 500 урона, уклонение, точность. Точность тоже можно, в принципе, оставить, чтобы не миссовал. Так, это у нас точность. Крит оставим однозначно. Смотрите, как падает хорошо. Круто. За 200. Так, еще разок. Это все, все нам не надо. Пятерки, конечно, сыпят неплохо здесь. Ну, не то, что нам надо. Нам пока нужны пятерки на урон. Ну, крит тоже неплохо. Так, крит, урон. Давайте по 450 пару раз бахнем. Пусть будет пока так. Все пятерки словили. Уклонение, конечно, нам тут не особо. Все остальное для него пока на этом левеле будет неплохо. Так. Так. Поехали дальше его качать. Открываем следующий уровень. Так, смотрим, какой у нас сейчас будет жесткий. Так, тыковка дала разгон. Хлоп. Ну, уже получше, я думаю. Так. Откачаем его мы еще. Давайте этими книжечками.
Так, тыкалка, давай, 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 разгон. Ну, хлопает на 100%. Это уже мне нравится. Сейчас попробуем. Пусть один пока ударит. Сколько он, интересно, набьет. Ну давайте с Купидоном. Подзарядили его. 93%. Нехило. Так, хорошо, побежали быстрее. Хочу уже его подтестить на битве гильдии, посмотреть, что с него получится реально. Что мы сотворили на этом аккаунте. Ребята, от вас однозначно лайк, подписка, репост. Все по максимуму. И коммент. Кого следующим вы хотите увидеть на эволюции? Я думаю, будем делать все-таки. Так, тыковка. Ну, баф тыквы сразу 100%. Анубиса качать. Ну, вы напишите. Возможно, выражая сделать. Кучу героев есть. Так, хорошо. Есть. Побежали дальше. Улучшить. 2 миллиона. Так. Нравится. Вот это уже более-менее похоже на фарм. Надо еще Купидону скилл прокачать, чтобы он нормально дамага давал и энергии. Да, что-то все пока по 100 тысяч. О, хорош. Так, тыковка. Так, один баф. Второй баф, Купидон. Бум. Так. Улучшить. Вот он уже 160-й. Сейчас у нас прилично книг уйдет. Ну да ладно. 180-й. Так, 400 надо. У нас сколько есть? Еще плюс 70 надо сделать. Окей. Так, есть 94. Ну, целей мало, видите. На топах надо будет немножко подбивать нам все-таки тыковкой здания, чтоб 10, а потом выпускать Минотавра. Так, ну это смотря на какой расстановке. Потом мы Минотавра докачаем уже в топ. Так, есть. Ну все, последний штрих. И 10-я звезда. 1711 опять. Вот так вот, ребята. 10-я звезда Минотавра. А что у нас там следующий скилл даст, если мы его улучшим? Я не помню уже. Сейчас посмотрим. Так, Минотавр, он где-то в конце у нас. Плюс 5 целей.
десятка плюс 10 целей. Плюс 10 целей. Так, у нас, если что, Анубис, в принципе, Анубиса. Сколько у Анубиса целей сейчас? А у него так и так 100 целей. У него только процентуальный урон будет меняться, в принципе. Это особо не страшно. Ну чё, трешуем. Делаем первую десятку, ребят. Чтобы уже потом к нему не возвращаться. Трешечок. Обязательно с вас лайк. Лайк, еще лайк, еще лайк. Юху, 10-10, ребята. Первая десяточка. Первая эволюция. Полностью все сделали. Готовый Минотавр. Только его докачать осталось. Жестяк, да? 35 тысяч силы и такая красота. Ну что? Думаю, мы уже более чем готовы. Трешечку. Можно начинать. Побежали искать расстановки. Пишите в комментах, кого следующим будем качать. Да, это во мне это. Давайте ради интереса. Просто чисто ради интереса, ребят. Вот эту подземку один раз с Минотавром. А потом пройдем ее бездонатными на видос отдельно, без Минотавра. Просто интересно посмотреть, что у нас сейчас будет здесь делаться. Так, ворожей, тыковка и Минотавр. Купидончика сюда кидаем, смотрим. Бум. Ну, целей как бы очень много, но... Вот и все. На 3 звезды. Забираем плюшки. Потом пройдем бездонными. Да, неплохо, неплохо. Долбит хорошо. Ну что, поехали. Самое основное, самое интересное. Это битва гильдий. Давайте сразу всех расставим. Кто нам нужен? Так, Купидончик нужен. Тыковка нужна. Анубиса... Анубис тоже, в принципе, нужен. Ему мы поставим цепа. Так. Тут у нас вот так будет. Вместо ворожея мы поставим, знаете кого? Мы поставим друида. Ремочного. Так, мы поставим друида и немножко может его... Так, сколько там у него? Две цели. Сейчас посмотрим, до какого надо его качнуть. Чтобы, если что, он у нас дал рез. Если у нас не получится. Так, это восьмерка уже 5. Десятка 6. На семерку надо качать. Окей. У нас хватает слизняков на семерку. Бум. Плюс 351. Ну и давайте немножко ему левел подкачаем.
Ну, думаю, 60-го нам хватит. Так, на него мы поставим какого-то питомца, кого поставить, хрен его знает. Ну, давайте поставим. Вот так. Ну что, поехали? Теперь уже точно поехали. Не, не поехали. Забыли самое главное. Юнитов нанять. Мы, ребята, до сих пор трешуем в 5 таблеток. Конечно, мы всех топов, у которых сейчас отражалка есть, не пройдем, но большинство, думаю, затащим. Самое интересное просто посмотреть, сколько у нас будет Минотавр на такой силе сливать сейчас. Так. Думаю, нам хватит юнитов. Побежали. Так, смотрим. 208. 309. 201. 301. Так, давайте начинаем с этой гильдии. Там еще два топотих потом. Оу, оу, оу. Ну, неплохо, неплохо. Интересная расстановка. Так, ну тут походу максимальные прокачки, поэтому нам сейчас надо хорошенько разогнаться, подслить немножко зданий и потом дальше трешивать. Так, ратушу, наверное, у нас будет купидончик долбить. Так, минус пошел на разгон. Бум! Просто изи. Просто изи, ребята. Поехали дальше. Вот этот раш, да? Так. То же самое делаем. Посливаем. Оу, стрелок. Это печально. Давайте попробуем. Может, что-то, конечно, получится, если мы сюда кинем Анубиса. Наверх тыковку. Нет, стрелок все равно будет сливать. Этого нам рановато, ребята, бить. Так, что тут? Тоже стрелок. Надо будет на такие расстановки все-таки делать ару. Так, что тут? Тут у нас юниты. Значит, делаем так. Так. Кидаем Анубиса. Так, тыковку у нас сливаю, да? Так, ворожащим с воодушевлением, скорее всего. Окей. Значит, пробуем. Пробуем вот так. Думаю, минус выстоит. Он все равно сначала сорвет. Так, юнитов. Тыковка. Так, живи, 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 живи. Купидончик. Бум, 100. Супер, просто супер, ребята. Это просто жесть. Так, что тут у нас? Стрелка вроде не вижу. Такая же расстановка. Ну, спасибо, спасибо, китайцы. Вы делаете нам большой подарок такими, конечно, растами. Так. Ну что, то же самое. Тыковка. Получаем максимальный разгон. Так, разгоняемся. Сейчас, как только он получит бафов, нормально. Купидончик. Супер. Так, есть. Побежали смотреть других. 201. Тут, по-моему, топы есть, да. Что тут у нас? Ну, тут стрелок. Можно пока закрывать. Нам их рановато бить. Мы к ним скоро вернемся, когда Анубиса прокачаем. Так, что тут у нас? Тоже стрелок есть. Да. Гады со стрелками. Так, тоже стрелок. Чего они фармят? Наверное, волны фармят, скорее всего.
Так, тут стрелок. Эхе-хе. Смотрим тут. Тут что-то вся гильдия, что ли, фармит эти волны, что ли. Странные какие-то они. Так, тыковка разгон получила. Минотавр. Видели, какой урон? Там, по-моему, урон в районе миллиона вышел с удара. Потом напишите мне, кто будет смотреть. Так, 208. Что тут у нас? Тоже стрелок есть. Тут малышник есть, да? И стрелок, и малышник. Понятно все. 186. 199. А мы его смотрели. 193. Тоже стрелок. Так, а 189. Анубис. Ну, вроде нормальная расстановочка. Типа крестообразная какая-то непонятная вообще. Давайте пробуем. Так, а Минотавра мы кинем. Не, наоборот, Минотавра мы туда кинем, чтобы он зарядился. А тыковку вот сюда. Так, кидаем минуса. Купидончик. Супер. Все, ребята, наш новый топ 1624. На силе 35 тысяч. Это все дело мы сделали за 5 минут. Я думаю, это достойно. Пишите в комментах, сколько вы на какой силе набиваете. Ну, вот пока вот так. Со стрелками мы будем немножко попозже справляться, когда мы докачаем полностью героев для БГ. Я пока, честно говоря, не особо спешу, потому что мы можем, конечно, все вкачать. Но тогда какой будет интерес? Надо делать все постепенно. Все. Думаю, на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки. Лайки, ребята, лайки, лайки. Лайкай, лайкай и подписывайся. Все, всем по бесплатному Минотавру, хотя бы по скину. Все, всем пока.